могли быть намного выше. Да, если так, вот от этого больше всего обидно. Понятно, что это некий шаг вперед, но мы хотели оказаться выше, оказаться в призерах. Но с учетом того, что у нас, опять же, говорю о том, что у нас хорошая, молодая, перспективная команда, да, у нас выходит фактически 10 русских молодых ребят, которые совершенствуются, играют и составляют костяк национальной команды. Опять это не просто так произошло, это они не пришли сюда и стали такими, они здесь растут, прибавляют и, так скажем, матереют, да, так скажем, в конкурентной среде. Ну, абсолютно уверен, что ребята будут прибавлять, ребята будут развиваться, и следующий год, конечно, мы будем ставить и двигаться вперед, и новый сезон хотим начать еще более успешно, для того, чтобы новым отвершением все покорились. Сталин, Калининград. Ну, во-первых, определенная мотивация была, при определенном раскладе третье место мог занять «Локомотив». А другой вопрос. Ландратов у вас не лучший сегодняшний игрок матча? Я думаю, что он во многих матчах показывает очень хороший. А именно вот в этом матче, потому что мне казалось, если бы не он, то могли бы пропустить как минимум. Возможно. 2-3. Возможно. А кого признали эксперты лучшим игроком? Лучникова. Ну, значит, выбор. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, коллеги. А Максим у нас достиг 16 передач, сравнился с рекордом. Благодаря Максиму поздравляем, да, то есть это достаточно хорошее достижение. Такой, так скажем, в очень серьезной команде находиться под большим давлением и показывать хорошие результаты, дорого стоит, и тоже показывает, что игрок развивается, прибавляет и способен на много. Спасибо.